За кем же будущее в футболе? Издание SoccerX опубликовало список 20 самых дорогих футболистов в мире, правда, до 21 года. Смотрите за этим списком внимательно, быть может, там будут будущие Руни и Хави. Правда, многих футболистов вы и так знаете, а я их озвучу. На 20 месте Ренато Санчес из Баварии, 22,8 миллионов евро его цена. А вот у Санчеса Но Давинсона, который на 19 месте в этом списке, такая же трансферная цена. На 18 месте игрок Челси, 21-летний Кристенсен. Ну и как же обойтись без Дольберга, нападающего Аякса на 17 позиции. Шик, просто Шик, Патрик Шик из Сампдори на 16 месте. Юрий Тилиманс, который сменил Андерлехт этим летом на Монако, попал на 15 место в этом списке самых дорогих футболистов до 21 года. На 14 месте Лукас Эрнандес из Атлетика, на 13 месте новичок Реала Тео Эрнандес. На 12 строчке Франк Кисье, его оценили в 25,5 миллионов евро. На 11 месте Юлиан Брандт, нам он запомнился покупку конфедераций. Кинсли Камай из Баварии вошел в десятку, Тимо Вернер из Лейпцига также очень перспективен. 18-летний вратарь Милана Джанлуиджи Донарума на 8 месте, уже пошло поинтересней. Рашфорд из Манчестера, который Юнайтед на 7 позиции, Жезус из Манчестера, который Сити на 6 месте. Игрока оценили в 42,6 миллионов евро. На 5 месте в списке 21-летний Марко Асенсио из Реала. Еще один представитель Манчестер Сити Лерой Сане 4-й. А вот третий – нападающий Дортмундской Боруссии Усман Дембеле, которого оценили в 60,9 миллионов евро. Второе место в рейтинге занимает, ну конечно же, нападающий Монако Килиан Мбаппе с его трансферной стоимостью 61,7 миллионов евро. И самый дорогой футболист – это Дели Али из Тоттенхэма. Его, если захотят приобрести, то должны выложить не менее 82,6 миллионов евро. Ну и не устаю рекомендовать вам ролик под названием «15 самых худших трансферов Челси за всю историю». Конечно же. Ах да, и не забудьте поставить лайк, комментируйте, делитесь в соцсетях и, конечно же, подписывайтесь. Это абсолютно бесплатно.